Приветствую всех на канале «Разносторонние интересы». Сегодня у нас 10 апреля 2019 год. Решил я немного уже расширить еще некоторые семейки пчел. 5 числа я когда обрабатывал бипином пчел от леща, я сюда добавлял 2 восчинки, сюда 3. И там вон крайне зеленый улей, одну, там послабее пчелки. И сегодня решил добавить этим бахвастом пару рамок, и здесь пчелы с маткой бахваст тоже добавить. Этим почему я решил, их сейчас стоит утепление за вставной доской, и вот пчела, вытаскивая мох, потащила. Оно с мохом, синтетика, я не пользуюсь. И это вот уже наблюдается буквально вторую неделю. Видно, вот даже с моли кокона 2 выкинули. Наверное, моль там мох поселилась. Короче, надо убрать подушки с этой семьи и вычистить. Это не вычистить, и поставить вощины хоть пару им. Если они вытаскивают утепление, значит уже семья сильная. Вот иголку понесла семья. Уже сильная, и вощину, думаю, буду строить. Хотя сейчас на улице у нас уже 2 часа дня, и все равно всего лишь плюс 13. Ну, я в гнездо не полезу, чисто залезу с бока и просто добавлю вощину. Ну и заберу подушки. Семья сильная, думаю, согреется. Накрыла я улей недельку назад, и тот накрывал вроде ровно, но на солнце покоробилось, стало таким. Ну ничего, воду не будет пропускать. Ладно, отклоняться особо от темы не будем. Удобство того, что улей рядом стоят, это можно крышу на крышу опускать, если на завесах. Вот крыша на крышу стала, и все. Здесь сверху утепление, моры навалены. Полезем сам улей. Гнездо я потом буду сдвигать. У меня пчелы стоят на север летками. Гнездо буду сдвигать на запад, потому что кося нет, туда расплод ложится. А сюда буду вощину с этой стороны ставить, чтобы потом, где старый сотов, забрать с этой стороны. А свежейший пододвину на зиму к центру, и все. Это для того, чтобы гнездо обновлялось. Ладно, лезем за перегородку сначала. О, тут пчел. Вот видно, семья сильная, море пчел сидит сюда за утеплением. Прохладновато, конечно, пчелы медленные какие-то. Как-то мне я... О, сбил. Будем аккуратно тогда, чтобы не подавить ничего. Вот сколько пчелок. Где-то хоп, разок ударили, чтобы не задавить никого. Так, ладно, на потолочине нету. Тут за перегородкой конкретно пчел много курну. А у меня такие штуки алюминиевые и медные полоски вешают от клеща. Ладно, лезем в гнездо. Вот тут пчелы пожвавей. Что тут робится? Сейчас убачим. Ой, так. Я раз ударяю и сразу прижимаю, чтобы не подскакивало потолочное и не давило пчел. То, что так обтрушивать, если так они не струшиваются.
Конечно, пчел не очень, чтобы много. Не знаю, им ставить, не ставить. Пчел немного, чтобы так. Наверное, подушку-то вытяну я, чтобы мне это... Мох не вытаскивали, не грызли. Ой, сколько там пчелок. Что творится? Смотрите, где они, пчелы эти, поховались все. Подушку залезли, с мохом перемешанные. Бляха, прогрызли. Ладно, положу я сюда. Хай сбегаюсь в улей. Тут особо ничего так не сделаешь. Да, я думал, мало пчелы, их тут он вылез на сколько. Этот мох я уже не знаю, вычищать не буду. Наверное. Короче, ставим им две ващинки, да еще. Поставлю, в улей тепло, слышно. Руку запихиваешь, так жара там. Потихоньку по это. Отстроятся. Так, это чтобы рукой не продавить, надо их подгонять. Ветер холодный. Надо быстро поставить и закрыть. Голый улей конкретный. Пчелы работают. Злятся, что я к ним лезу. Такую погоду. Погода-то хорошая, солнечная, но сильно ветер холодный. И 13 чего тепла. Доску сорву, покуда переставлю сюда ващину сейчас. Поставлю ващину. Малость на фотике. Малость крепления, так не стоит хорошо. Так. Конечно, этот мох желательно выгребся. Почищать будем шпателем. Чтобы не охлаждать особо улей, надо это дело быстро сделать. Сейчас выгоню пчел дымом, хай сбегает. Да почистим улей. Фу, так. Все равно вам ху бегает. Аж с этим кадом. Чтобы не давить пчел, лучше дымом покурить их. Кто будет говорить, что сильно много дыма дают, да что? Так мне нравится, так я и делаю. Хуже им от этого не станет. Кто не любит дымом курить, ай. Давить пчел. Да, ладно. Чем отвлекаться не буду. Вот. Скурил дымом, там осталось три пчелы еще уходить в омху. И можно смело теперь выгребать. Это дело кину туда на доску. На доску для того, чтобы пчелы сбегали в улей. Да. Расшумели что-то.
Ладно, остальную щепу эту, наверное, не знаю. Ну, выгребу уже до конца. Мне хочется пчел. Я крупное такое выкину. Остальное вынесу. Вот сколько их вылезло тут. Тесновато им уже в улье. Да курну они повылазили столько. Разбеглись. Немного курну еще. Сейчас по-быстрому ставлю ващинку. Закрываю хату. Те года я позже ставил лощину, но заметьте, уже если к концу апреля ставишь ближе к маю, то плохо строят соты нормальные. Они уже тогда в роевое состояние заходят, и трута гонят там, с пчелиных пытаются ячеек сделать с лощины. Трут, трутовые соты, матосники налепливают. Это бахфаст, с бахфастом по-другому немного. Но все равно желательно ставить в апреле, того что покуда холода на улице, они в улье все равно занимаются работой пчелы. И неплохо так лепят пчелиный сот. Закрываем. Хай работает. Так. Сейчас доску ставлю, только загоню там немного пчел, а то накопилось, я могу еще придавить низом. От хлеща я обработал их бипином 5 числа. Сегодня 10 уже апреля. Так что через недельки две уже меньше поставим им эту. Поставлю полоски. Ладно, так, вставляем доску. Чтобы им было легче обогреваться, можно зачинять хату так. Можно было, конечно, сюда третью рамку шлопнуть, но сильно много, еще ночью холодновато, так много им будет пространства. Так, так, лежу только снизу. Ровно стояла. Бляха, прополиса поналепливали. Ладно. Все. Работу им немного поставим. Мне будут эти грызть подушки. Немного доска с воском на крае. Не подчистил тут под плечиком их. Выпушивается. Еще закрываем. Улик закрыли. Ай, пчела работает. Кину покуда наверх подушку. Тепло, чтобы не выветривалось. И покажу, что у нас тут вот с подушки вылезло в мху. Целая тьмища пчел. Не знать, куда идти. Сдвигать неохота того, что под низ, под подушкой придавятся. Ладно. Сдвину, наверное. Ближе к летку их. Они сейчас услышат, куда идти, пойдут гулять. О, сразу повалили улей с подушки. Далековато было, сантиметров, наверное, 40-50 доходы. Не знали, куда идти, ползали по подушке. Вон, пошла пчелка.
Я тем временем, покуда заходят улей пчелы, мы глянем тут вот, что делается с нашей ворсиной. Поставлены 5 дней назад. Опа, крыша тяжелая. Это раньше ули военные делали вообще. Доска 30-ка и вагонка. А здесь вот получается. Здесь у нас 45, вагонка 15-ка. И здесь еще 45-ка доска. А между этой вот вагонкой и 45-кой утепление мох. Сейчас посмотрим по-быстрому. Где-то дома посмотрим, что тут пчелы налепили за эти дни. Фурну трохаю их. О, слышно, зажгли. На улице прохладно, так этот конденсат капает с дымара. Ну, что-то налепили. Интересно самому. Ой, сколько тут пчелок. Все равно за перегородь пошли. Мне надо до ворсины добраться. А их тут смеща. И за перегородкой лепят, видно, опять. Сот он погнали трутовый. А им поставил ворсины две. И они все равно за перегородку пошли лепить. Ладно, сдвигаем потолочину вместе с этим сотом прилепленным. Нет, сот остался висеть. Так, интересно, интересно, что они за 5 дней сделали с ворсиной нашей. Вот вам 10 апреля. Ночью заморозки, днем пару дней доходило до 18. Вот я 5 апреля ставлю ворсинку сюда. Сегодня у нас уже... Сегодня у нас... Этот... 10. Прошло 5 дней всего лишь. Сейчас я достаю рамку. Смотрите, что они за 5 дней тут нарабили. В нашем регионе самое хорошо ставить ворсину сильным семьям в начале апреля. Мало того, что они ворсину отстроили за 5 дней, так они еще и забились им там же. О! И яйца лежат. Ну я не сфокусируюсь фотоаппаратом этим. Уже вот, нектаром залитая вся рамка. Пирога в центре яйца матка положила. Короче, ставлю эту ворсинку обратно. Ставлю обратно эту ворсинку, добавляю еще пару рамок сейчас. Пускай работает. Во, сотик за 5 дней выгнали за перегородкой опять. Второй сот я не достаю, чтобы меньше не сдохло ждать. Ну вы видели, 5 дней прошло, 2 рамки полностью отстроены. Яйцо уже в рамках лежит и полно нектара с пергой. Пчелы работают на полный ход. Так. Добавляю 2 ворсины.
И если они станут нормально без сдвигания гнезда, ну да, хорошо стали две ворщинки. Через неделю посмотрим. Вот эти пчелы, это не бахвасты уже. Атака пошла без дыма. Так. Немного курну. Курну здесь пространство. Сдвинуть надо мне. Малость сдвину. Угу, присобачили так. Не сильно не буду сдвигать так, чтобы распределить. Разделителями Гофмана я не пользуюсь никогда. Так рамки хранить удобнее и без разделителей. Хранить, да и смотреть получше пчелок. Все, снизу планки нормально вроде бы стоят. Ну это более сходится надо. Перевернуть ее. Эту ворщинку переверну. Так. О, теперь нормальное на дне пространство, планок нижних. И здесь, и здесь. Ульи мои это первые, я начинал пчел водить, так делал их, то немного тут не стандарт, 5 мм я сделал пошире, чтобы легче рамки доставать, пчел не дать. Да все они прилепливаются к задней стенке часто. Ну я от этого избавляюсь двиганием рамки к задней стенке. Сдвигаешь к задней, а переднюю они стенку не прилепливают, планку к стене. Так, все. Добавили мы еще им две ворщины. Хай работает. Получается уже в этом сезоне на семейку. На зиму она шла у меня на 9 рамках. Я добавлю 4 большие рамки. Вот пчелку придавил малость планкой потолочной. Ладно, такую я пытаюсь за руку кусану. Сейчас я их сгоню, быстро закрою. Это поставить две рамки, предназначенные бахвастом, том желтом улье, вот хотел ставить. Ну, пойду, значит, за этим. В домик сбегаю за рамками с ворщиной, поставим бахвастом. Хай работает. Бачите, что взяток хороший, пчел много. Днем тепло, ночью согреется. Давай, залезай, чтоб не придавил. Все, быстренько закрываем. Еще одну пчелу немного потолочную поднял. Сами же лезут под потолочную. Ну, все. Улик закрыт. Результаты вы видели. 5 дней. Отстроено у нас. Получилось две рамки отстроенные, мало то что отстроенные и занесенные нектаром, пыльцой. Сейчас схожу, возьму две рамки, туда добавлю, и еще одна сильная семья. Короче, наверное, одним покуда добавлю бахвастом. А этим уже я добавлю. Хай работает. Ну, за 5 дней выгнали за перегородкой сот. Слепили две рамки. И еще две овощины добавлю. У этих остальных не буду глядеть. То, что прохладновато, ветерок подувает. Это злющее фиолетовым. То они этого мне просто так не упустят, чтобы не покусать. Там, думаю, тоже не меньше отстроили, то что там целый море. Вот сколько тут пчелы. Ну это сейчас прохладно, так они слабо летают. Потеплее после 3 дня, то пойдут в работу лавиной желтые. На этом я буду заканчивать. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачного сезона в этом году.
всем пока.